Ты прям знаешь, когда выкладывать. Плюс бан? А, там? Нет, там куколка была. А, бля, я думаю, хули так быстро. Сука, я уже думала, мне кажется, блин, после Гены Букина, что все так быстро играет, работает. Гель? От расстройства, я так понимаю. Черт. Так, моды на четвертый. Да, женское. О! Во! Вот это уже другое дело. Женское нижнее белье. О, поехали! Ну, чок ж не ёбнись. Ну, зачем? Нормально. Я живой. Так, ну тут здравствуйте. Чё мы? Про волосы-то и про волосы, правильно? Да, ну, волосы, это не так интересно. Где сдала не волосы? Вообще, Ром, хочешь жвачку? Да, мятная? Да, свежая мята Электро. Очень вкусная, на самом деле. Я держу. Давай. Угощайся. Бучи ситуации с... Им за рекламу там не влетело? О. Все нормально. Так, расскажу по... Понятно. Понятно. Все нормально. Так, расскажу... Так вот, что мне все говорят гадости про нее. Эх, слава меняет людей. Двадцаточку делаю. Да блядь! Сука, блядь! Говно! А. Я также выражаюсь. Ой, это что-то страшное. Я же видел какую-то хуйню. Не стреляйте. Я Нортон Мэйпс. Я инженер. Ты долбоёб, блядь! Ради чего я поднималась? Ради кого я, точнее? Ради Герыча, судя по всему. Иди сюда. Поебутся, пройдет время какое-то. Тупо за меня играет, блядь. Так, что за Блядь, голова пропала, алё! Сука. А голову ты дома не забыл? И не наблюдаю. Опа, плюс бан? Смотри, что за вкладка на его компьютере открыта. Что за вкладка? Может, я что-то не вижу? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Только это вкус минувших дней. Вы не видели? Вы же видели. What the fuck? Привет! О, спасибо большое! Вау, бля, как ваши дела, уважаемые? А ну чё ты за телефон? Смотри, выйди и сфоткались нормально, если вот так, сфоткались. Извините, я просто сейчас разговариваю с людьми, идет онлайн-трансляция. А ты чё, блогер что ли? Да, да. Блогер? Да. Как зовут? Егор. Вот это выйди разные что-то. В инстаграме Вуйчик. Ты чё там, блогер, да, Серёзин? Да, да. Вуйчич. Покажешь, что ты получаешь? Люди, ассалам алейкум. Всем не русским, ассалам алейкум. Во, спасибо большое. Можно я продолжу? Русский просто у нас очень... Просто четко фоткать. Спасибо, спасибо, да, спасибо. Да. А как зовут? Егор. Давай, все. Успехов. Давай, спасибо, 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 братан. Вот, давайте. Хорошего дня вам. Раз уж пошла такая пьянка, ты с опозданием, конечно, познакомился с девушкой на форуме вживую. Начали общаться очень тесно. Она активистка и часто бывает в моем городе, хоть сама живет в нескольких тысячах от меня. Нескольких тысячах от меня километров, да? После форума встречались несколько раз. Поняли, что влюбились друг в друга. Но из-за расстояния не можем быть вместе. Что можешь посоветовать? Если тебе или ей так сильно нужно быть с тобой или тебе с ней, рэп, блядь, то делайте так, чтобы жить вместе. Что делать? Съезжаться. Если ты понимаешь, что это слишком сложно, и она понимает, что это слишком сложно, то нахуй оно надо, блядь. Простите. Всё, я думал, сейчас телефон, минус телефон будет. Одно
Татьяна Вероника. Чика-чика-чика-чика. Нихуя меня унесло, блядь. Каким образом? Давай с тобой поднимайся. Просто на пару. Ты что, снимать начала? Интересно. А потом они поебались. Бля, я когда вижу... Я поняла, почему я не могу смотреть Человека-паука нормально. Я сразу вспоминаю тот видос, где два Человека-паука шлепали друг друга. Понимаете? Ну, вы знаете этот видос. Я поняла, почему я не могу всерьез воспринимать этого персонажа вообще. Чувак, сделал легкой атлетики. Скажи что-нибудь еще. Ну, а что тебе еще сказать? А, вот, красава. Что у меня с голосом? Это что, Аринян? Это что, Аринян, блядь, там под костюмом? Реально, надо заниматься очень много, чтобы быть сильным и ловким. Сука. Ору, блядь. Так, стоп, 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 мне сейчас будет плохо. Бля! Какая-то высокая шкила. Тихо. What? Сука, дебил, блядь. Нихуя. Это точно игра для детей? Смотрите, какая жесть. Да ладно, да ладно, охренеть. Вот это дьявольщина просто, чертовщина, блядь. А с чего он вообще... А, с этого смайла, я понял. Бля, такой, вот знаете, это, наверное, тот стример, чей ник оправдан тупо. Он так грузит, блядь. С ним, наверное, посралась вся конфа стримеров. Вот у нас есть конфа стримерская, по-моему, Аляша создала. Он так доебывает людей, блядь. Он хардплея доебал так, что хард просто вышел нахуй из этой конфы, блядь. Просто пиздец. Так грузит. Это жесть. Но я его помню с момента, когда, типа, он там что-то подписал свой стрим из разряда «Твой любимый стример, блядь, стример», что-то в этом роде. И я доебалась до его подписи. Ебать, он душит. Вот знаешь, есть, блин, карт, вот есть просто душные типы. Вот любое общение с ними, это просто не можешь расслабиться. Они доебываются. У них даже манера общения, они даже... все, что они скажут... оно как-то тебя доебет, оно как-то тебя заденет. Я не знаю, блядь, это так общаются люди, которые неудовлетворенные. Ну, я, типа, я не говорю, что он неудовлетворенный, хотя хуй знает, да, типа, я не знаю про его жизнь нихуя, но просто я, как человек, который испытал его общение на себе, скажу так. Так сложно, блядь. Ужас какой. Ужас какой, блядь. Мне просто не нравится так внешне и все. Вот шоу «Голос» — это шоу про голос. А шоу песни, блядь? Это шоу про песни, блядь. Шоу песни — это... Наверное, шоу, я так же выгляжу, когда матерюсь. И... охуеть! Я экстрасенс. Ну вот это охуенно было. Но он не сказал «блядь». Так бы было охуение. Знаете что? Что? Да, да. Что? Извиняюсь. Я хочу вас. Чего? Тормозил. Хочу вас спросить, сложно ли быть генералом? Вопросы. Сначала едут. ДТП, ебать. Бля, как громко. Пошла нахуй эта игра, блять, ебаная, для поебов ебаная, блять. Блять, у меня йогурт неровно открылся. Ёб твою мать. И долго я так разговаривала без микрофона. Да, ну я ебанутая. Пиздец. Весь стрим. Хуя загроулила, блять. О, охуенно.
Это я уважаю. Феминизм. Ебой. Это, блядь, такой нахуй. Ну, она доказала, что она не хер с горы, понимаете? Тупо доминантная самка. Белобрысый, это ты! Я не белобрысый. Белобрысый, это у которого белые волосы. Ну, ты светлый. Всё. Так что не радуйся. Он шумел. На плойку не попал, ебло тупо головы. Так, 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 так. Мотоцикл. Ну да, мотоцикл нахуй Жикова. Велосипед, бан нахуй. Вот, 100% мотоцикл. Вот, вот, блять, это просто. Это, сука, не муравей нахуй выебывается. Стоит, короче, смотрите, голова, усики нахуй и руки вот так. Ну что ты нахуй, а? Муравей выебывается. Ну что ты нахуй, а? Что ты, блять, что ты? Нет, это не муравей выебывается. Нет, быкует нахуй. Нет, это мотоцикл нахуй. Ну, похуй на тиммейта. Топ флор. Блять. Ну не это... так уж и похуй, блять. Блять. Как же я заебался мыть эти ебаные полы. Да сука, у меня белый пол, я так заебалась мыть эти ебаные полы. Блять, у меня мышка сломалась. Как можно не реагировать на такой... Вот. Не смотри. Что? Смотрите, просто, что блядь, творит. Пацан бежит, блядь, с калаша нахуй. Дает хедшот. Как я его понимаю сейчас? С калаша бежит, блядь, и в голову тебе стреляет. Вот так вот нахуй. Бля, если бы он падал или там прыгал, как бы он это изобразил? Погнали. Моя жена мне там говорит, может пошалим. Блять, я хочу себе такую тёлку, которая просто будет врываться. Похуй на все, может пошалим? Бля, а если после этой фразы мы начнем шалить, я ее буду любить всем сердцем. Пиздец. Еба! Сука! Я его таким вижу. Это Аня. Что это за пиздец? Аня сейчас ворвется. Кто-то мечтал мне всегда взъерошить волосы, пожалуйста. Перепохож на анимешника, блять. Что-то имеет против аниме, пиздец. Ну давай, мне вообще ничего не страшно. Вот так рождаются дети. Теперь это смешнее смотреть. Это реакция мужика. Сейчас я приду. Который увидел, который сказал по любви, типа, я хочу присутствовать, когда ты будешь рожать. И вот это он, после того, как он понял, на что он подписался. Лучший квадратор Excel RP. ED, YouTube, Excel, YouTube. Да, YouTube, вот так и скажи. YT. Я сказать не мог, что ли? YT. Лучший квадратор BRFF. О, блядь, лучший квадратор. Это плохо, это очень плохо. Ладно. Лучший код автора Excel UT. Или UT. Все нормально. Все, все. Здорово, стримишь? Да, стримлю. А вы... что, да, людей не даю больше? Да, просто. А что такое? Ничего. Ты же любишь, да, людей даю больше. Да, верно. Мага хороший, но чел. Я прошу прощения, если вдруг это кого-то манерный. Нет, не борщи. А? Не борщи. Мага? За собой так, сука, ухаживает. Я не знаю. Это не человек, у которого три тюбика. Шампунь, гель, блядь, и гель для волос. Это вот человек от иголочки такой. Уф. Мага хорош. Наверное, единственный человек, представитель этих кровей, которого можно воспринимать. Блядь. А вот это сейчас я зря сказала. Хорошо. Ну, они меня тоже знают. Блять.
Извините, ребят. Осуждаю. Извини, если что. Нет, просто ты реально доебываешься до людей. Я это осознал. Хорошо. Не отнимаю ни у кого велосипеда. Это очень важно. Окей. Через месяц увидимся. Вот честно, свое ощущение сейчас расскажу. Я реально думал, что вы меня сейчас... Да, реально. Это только мое мнение. Я никого не склоняю к такому же восприятию вещей. Это только мое мнение. Я такой немного... Так, опачки, кольцо взяли. И я такой... Ну, реально. Слушай, если мы пакуем его... Они меня знают, спасибо, кто я. Так. Кто это, ребят? Это так смешно. Мы только о тебе говорим. Да, кстати, мы о тебе... Серьезно? Да. А знаешь, как было? Смотри. Знаешь, где скейтпарк находится? Это брат Амины, блядь, пишет. Мы сейчас про тебя речь зашла, типа, то, что... А, блядь, в натуре брат Амины. Я думала, про магу такое говорят. Да, мы думаем, что ты в Питере. Да, мы вообще думаем, что ты в Питере сейчас. А, я туда мотаюсь. Я вот как раз в Питере билеты убрал, хотел пообщаться. Уже не надо. Ко мне подсаживаются сюда, вокруг меня. Вокруг меня стоит 6 чуваков. Я такой. Здесь, короче, сидит чувак. Такой большой достаточно. Мага большой? Рядом. Сидит, ну, стоят еще шестеро, то есть кольцо, то есть мне никуда не деться. В реку либо прыгать, либо они меня выкинут в реку, либо... Иксон, в таких моментах лучше, блядь, просто клининг себе нанимать, а лучше выцепить кого-то из лестничной клетки, если у тебя есть такая возможность, какие-то, ну, типа, все равно же есть подруги, которые убирают лестничную клетку, просто припахать их, блядь, за 200 гривен, чтобы они тебе пол помыли. Либо же у меня тут практически ничего нет, даже ножницы и те в аэропорту отобрали. Мага огромный, не знаю, но он за месяц...